Короче, вот. Туториал, как крутить кепку. Ну, тут типичная газпромовская кепка, да? Ну, что я могу сказать? Главное, просто сядьте как-нибудь на полчасика, да? Вот на полчасика садитесь, да? И просто берете кепку в руки, не кидайте ее, ничего не делайте, просто вот почувствуйте вот этот вот центр. Если у вас кепка хорошая, допустим, какая-нибудь там, вот как у Мэтта, допустим, или вот бейсбольная такая, с этим, с упругим вот этим вот местом, да? Вот вы видите вот этот центр, да? Мы должны почувствовать этот центр, как бы. Он должен быть у вас тут, чтобы, как, знаете, как бы баскетбольный мячик так крутите, а это должно быть тут, и вот так вот как бы прокрутиться на один раз. И вот. И сидите дома, нечего делать, и просто вот. Вот, еще раз. Видите? Кепка крутится спокойно, без проблем. Ну и тоже выпадает, кепка не очень на самом деле. А если у вас кепка хорошая, это будет сделать очень даже легко. Вот, например, у Bass Agent кепки очень хорошие, у них более-менее упругие, и вот этот вот кончик тоже хорошо очищается. Ну, теперь можно практическое применение, в принципе. Короче, мы тут пообщались с другом и поняли, что в нашем туториале есть небольшие недоработки. Ну, мы тут 15 минут назад сняли видак, он потом склеит. Ну, ты склеишь, да, склеишь, все в порядке. Вот. В чем проблема? Если у вас не получается, значит, вы либо что-то делаете неправильно. Так, что вы можете делать неправильно? Вот, первая вещь. Первая вещь. Вот, вы держите руку вот так, да? Вот ничего не получится. Смотрите, вот я вот так вот руку держу прямо, видите, да? Вот, я ее прокручиваю. И что, у меня падает кепка? Это очень плохо. Хватит жать. Вот. Так, в чем соль? Большой палец тут держит, средний тут. So fucking bad. Эта песня просто там хорошая. Ну, все, я просто не спал всю ночь, ну, пойми, человек. Большой палец тут. Еще вот видите, три пальца тут сверху держит. Ну что, вы ее держите вот так ее держите, да? Вот, чтобы в камере было видно. Вот так вот ее держите. Вот, чтобы она прям не падала. И просто переворачиваем. И теперь... Вот эту вот середину, да, вот как я вам говорил, как теория баскетбольного мяча, вот как, представьте, что вот это вот палец, а вы баскетбольный мяч, и вы как бы крутите ее на себе прям кепку крутите, вот. Ты меня снимай, да, я звезда, да. А не кепка. Вот видите, вот, держите кепку, вот, переворачиваете и пытаетесь ее как-то крутить, вот, просто найдите вот этот вот центр, как она у вас крутится, вот. Вот у меня лично вот тут вот этот центр находится, вот у меня прям кепка вот тут вот центр, и она вот так вот прям крутится. Вот очень чисто крутится, без ничего, вот просто прокручивается вот так. Просто держите правильно, почувствуйте центр, правильное движение. Посидеть буквально вот полчаса, все дела. Что еще хочу добавить? Может, если кто еще, если какой-то еще... Особо умный человек не догнал, в чем проблема. Может быть, вот понятнее, ну вот все, центр правильно держать. Вот просто мы вот с другом сидели, да, типа пытался ему научить, вот у него рука постоянно вот так вот была, и он постоянно на него куда-то вот падала, непонятно куда. Вот, я вот просто решил немножко доработать. Ну, если что, он вырежет мою скучную эту болтовню. Так. В поле заслуживаешь, кажется... хочу передать привет. Не, это я что, в поле чудесствия, что ли? Короче, вот и все просто.